Ну а кировские школьники отправились в увлекательное путешествие. Ребята смогли побывать на планете талантливых фантазеров и попробовали себя в роли фокусников и исследователей в аудиториях Кировской сельхозакадемии. Кто оставляет в лесу отпечатки своих лап? Для студентов-охотоведов это очевидно. Школьникам же приходится поломать голову. Похож, но это не заяц. Это янтовидная собака. Представить себя следопытами и узнать много нового о животных Вятского края смогли ребята во время путешествия по станциям. В Центре дополнительного образования сельхозакадемии в этом году появилось новое направление деятельности для детей и подростков от 7 до 17 лет. В год планируется от 200 детишек занимать на дополнительных курсах, готовить по различным направлениям, дать возможность детишкам попробовать себя, определиться и помочь определиться родителям, куда направить их детей для того, чтобы они могли развивать свои творческие способности. В лабораториях сельхозакадемии было интересно и детям, и взрослым. Удивительное превращение веществ и эффектные фокусы. Простейшие химические опыты – это шаг к познанию окружающего мира. Ребятам помогают ответить на извечные вопросы – как, почему и зачем. Возможно, многих именно эта игра подтолкнет к своим собственным исследованиям. Студенты и педагоги приготовили для своих гостей много увлекательных площадок. Планета талантливых фантазеров, лаборатория бизнеса, скетч, техника быстрого рисования. Ребятам предлагали самим разобраться в физических процессах и решить логические загадки. В общем, получилось настоящее путешествие в мир науки, изобретений и творчества. Мы приурочили этот интерактивный тур выходного дня сегодня к мероприятию, которое мы ознаменовали как открытие центра, да, Академии Эврикум. А в дальнейшем мы планируем проводить это постоянно, потому что родителям, думаю, с детьми в городе Кирове, знаете, часто бывает так, посмотришь, куда сходить, в музей, в кинотеатр, и все на этом заканчивается. А сельхозакадемия, она готова для того, чтобы приветствовать детей с родителями, проводить для них всевозможные мероприятия, как раз в рамках таких вот интерактивных туров выходного дня. Мы назовем их семейный тур выходного дня. А значит, ребят ждут новые открытия и знакомства с миром науки. Валентина Палкина, Руслан Быкасов, Вести Киров.